Всем привет, друзья! Я нахожусь в Энерхадаре. Сегодня последние дни января. Как видите, снег уже начинает таять, но мы едем за приключениями, и снег есть всегда. Так что, друзья, не переключайтесь, будет интересно. Погнали! Да, уже покоится. Ура! Наш автобус. Здравствуйте. Здравствуйте. Где папа? Папа не видит. Папа зарабатывает. Идет усадка. Сверка по документам, все как положено. Прямо все. Очень ответственные у нас туристы. Да, без опоздания все пришли, молодцы, все. Сейчас усаживаемся и отправляемся с Энергодара. Мальчики назад, девочки, старики и дети вперед. Дети смело могут занимать передние места. Мальчики переходят назад. Старики посередине. Что ж, мы начинаем отправляться с Энергодара. Проезжаем мэрию, собираем туристов и на взлет. Вы только посмотрите на секундочку, как мы загружены. Как мы загружены? Так там же тут больше заряда сейчас будет, чем там. Тут... Вагон номер один, паровоз номер шесть. Напоминаю, проезд до Запорожья у нас... На электрошокер похоже. Приготовьте деньги за проезд. Сейчас пройдет кондуктор, все соберет. По 145 миллион человек. Кондуктор сейчас придет. В роли Дмитрия Будянского. Он главный кондуктор. Энергодара собирает денежки. Вообще-то с сегодняшнего дня начался локдаун. Кто начался? Локдаун. Да, с сегодняшнего дня начался локдаун, но нас это не пугает. Мы едем отдыхать, так что нас это не пугает. Мы вакцинированы. Мы думаем только о хорошем. Мы думаем об отдыхе, об отпуске. Так что едем отдыхать, нас ничего не волнует. Так, мы подъезжаем к Васильевке. И посмотрите, как кто-то прячется. Кому-то не хватило места. Только судьба, Дима. В комментариях говорят, что там солист поет, как будто горшок научился петь. Ну, типа, голос поставил. А это видеоблог. Ой. Так, где мы? Вот Цоя тоже петь со смыслом. Цоя здесь... Да, ну вот свой прикол в том, что под эти песни можно танцевать, но не сильно подвижно, но они, ну, у них смысл есть. У него, кстати, ни одной веселой песни. Веселая. Приехали в Запорожье, ЖД первый. Сейчас идем, отправляемся на свой поезд в Запорожье Рахов. Что
прибыли. Привет! А где мама? Привет! Торбы, капец, как будто я не знаю, куда я собирался. Здорово! Привет! Это Валерий Ивнашов, наш гид, можно сказать, все сопровождает. Думаю, все его много знают. В Запорожье я вам оставлю ссылочку, а потом увидите. Как дела? Да. Как настроение, настрой? Готовы? Самое главное. Собираемся и ожидаем свой поезд. Кто скупляется, кто доставляется, кто... Демо. Посмотрите, сколько торб. Я думал, у нас маршрутки будет больше, а то, ну, торб. Но оказывается, здесь целый склад. Ну, типа, мы с тобой увиделись. А то, что это вообще? Так, а кого я еще не видел? Сейчас, смотри. Дошла королевская чета во главе с королевой. Ну, Наташа, ты очень красивая. Я тебе желаю, да еще больше, да еще лучше. Вот это маленький подарок тебе, президент. Будь Спасибо. Счастлива, будь красива. Ну, в общем, я тебя просто... Привет. 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 Оля Козлова. Да, привет. Света Анинкова. Здорово. Привет. Танюха. Моя любимая. А дочку увидел, но она говорит, типа, да, да. А где эти подруги? Остальные, это... Танки Артикова не будет, Света Алтыцкий будет. А сейчас увидишь, а ты какого номера? Первым. А, ты с Валерой, я понял. А ты? Ну, девятым. Ну, придете. Мы все раскидываем, ну, придем. Валера сказал, что не придет. Да, пошли. Ох, какие люди! Здорово! Ну, скучно точно не будет здоровыми с таким смехом. Так, туда. Сейчас будем делать общее фото. Валера у нас подготовленный, с рупором. Все как положено. Чиз! Наш поезд Мариуполь-Рахов. Отправление Запорожье 1. Посмотрим, как он выглядит. Ой. Второй вагон. И наш. Упс, 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 упс. Я себя чувствую, как сам дома два. Потерянный. Бежим. Так, туристы бегут на свой поезд на Драгобрат. Все, мы отправляемся с Запорожья 1.
Ну скажи мне на камеру. Сейчас еще чуть-чуть и будет 40. Все только начинается. Ремни нужны будут вам? Нет. Нет. Ребят, ремни нужны будут по бокам? Так, я сделаю небольшой обзорчик, посмотрим, что у нас здесь есть. А что у нас здесь вкусненькое есть? Конечно. О, сегодня у нас будет вкусненько. Мы придем. И здесь есть у нас. А, вообще. Я же рядом нахожусь. Так, я иду на разведку. Что у вас здесь? У вас все хорошо? Да. Еще не пахнет труты, значит, еще не разобрались. Сейчас нам туалет очередь занял. Да. Так, у вас тут весело. И тоже. Тут еще распаковывается. О, анинковы. Как у вас дела? Распаковывайтесь. Молодцы. Как дела? Все хорошо? Отлично. Почему не пьем? Кушаю еще распаковываемся, я понял. Ну, некоторые уже кушают, так что. Как классно, подкидывай. Протри стекло. Протри стекло. Туалет нормален? Делайте, что хотите, главное, не капли мимо, потому что это последнее. Все, все услышали, я думаю. Сейчас еще пару. Я, наверное, буду сейчас этим контролером вместо Будянского. Надо поставить часы. Еще машите. И вам. Супер. Правильно. Надо пить. Надо пить. Пьем. А, еще не готово. У нас тут подготовка идет. Но после нескольких часов здесь будет очень много людей и больше 100. Так что все только начинается. Вы не думаете, что здесь нас так скудно? Я еще не выйду. Я к вам. Так. А что, я его знаю, да? Вот ее. Вот она. Скрытая камера. Я думал, только нам сказали. Нам только первая и только последняя купе. Я надеюсь на это. Блин, это второй купе. Первая знает только. Первая чересчур. Да-да-да, компромат. Не вошедшая. Ну что, ребят, за Днепропетровский, в который сейчас подсяду. Интересно, что прозвало. Я снимаю. Я бы выломать эту перегородку, чтобы все поместились. Как электричка, к черту все перегородки. Я уже снял его. Огонь. Наш проводник. Привет! 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 Здорово! Давайте я просто чувствую свое место, чтобы да, давай. Нам прибыли соседи. Из Днепра. Закрывай эту холодильник.
Блин, списываем на мой вчерашний день рождения. А, да, с прошедшим. Спасибо, Жуки. Я прибежала, как поняла, что вас тут встречаю. Реабилитировалась. Быстро реабилитировалась, все хорошо. Белая это вода. Да. А ты это пишешь, что ли? Я все пишу. Да. Мы ж потом будем смотреть, вспоминать. Давай. Хорошее, нормально. Не надо. Значит так, данная тара, да? Видишь? Хорошо маникюр сделал заранее. Максимально удобно для дозирования. Это классно. Давай. А у нас эти остались, еще колбочки с прошлого года. Страшно, короче. Все, когда... мы отправляемся. Давайте, ура! А мы еще не... Да, я переоденусь. Давай. Вагончик протронулся. Так, в общем, я понял, так, это Днепр. Мы уезжаем из Днепра. Направляемся дальше. Пока не закрыто. Да. Еще, да. Подождите. Так, я думаю, будет закрыто. Санитарная бомба. Прощай, Днепр, мы едем дальше. Далее, привет. А мы же ехали. Я ж снимаю. Нас мало, а мы делаем. Сейчас мы разогреемся. У меня это очень дело. У меня был день рождения. У меня была дисквалификация. Боже, уже разогрелись. Круто. Включай. Давай. Давайте следующее. Я могу включить это стекло, потому что хорошее звучание. Потерял. А 360 градусов друзей. Да, есть LG. Угу. Да? Это реально не так. Валера, кто включает музыку? Валера. Да, как-то малинка, заказывай. Да, давай. Где 50 рублей платить в банкомат? На карту, Валере. Буду наливать. Всем наливать. Валерин, пожалуйста, попал. Есть. Холодная кондинка. Поехали. Верни Валере. О, сейчас что-то скажут еще. Во! Вы налили себе? Все, я не... А все уже? Правильно. Диджей. Валера, повернись, а то спину твою. Там маленький экран, ну, то есть компактный. Круто. Интересно было. На телефоне больше. Давайте сделаем вот это, знаешь. Давай, ух! Пустая. Вот здесь пустая. Это Димона. Он сидит там. Ну что, берем? Валера! Блин, так. Валера! Там детвора уже в пляс пошла.
Так, давай. Раз, два, три, давай. Погоди, погоди, Валера, 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 Валера. Проснулись, Валера. Я вообще его потеряла. Ой, что еще поставить? Там, походу, там здесь Дима курят. Дима тоже дома нет. Не эта песенка, а там, где крутишь головой. Камера не видит. Камера снимает. Юность? Давай юность. Наверное, юность. Юность? Да. Да пусть доиграет, Валерий. Не, я что думал. Я не знаю, как поставить его. Что это за мальчик там все, да? Не-не. С нами в лесу, вы простите меня, а потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. А ну-ну, звук поставим на всю, и соседи не спят. Так кажется, может, мы пьяные поставим. Слышу, любви говорит до утра. Надо пойти крупным планом и сидеть. Улыбайтесь. Танцуем. Точно не уснем. Знаю, будем давно смотреть на звезды. На звезды покажи. Тебя греет мои руки и костюм. Так красиво поднимает искры в воздух. Ветер ласкает. Сори. Да? Чика-чика-чика, да? Телефон. Я снимаю его. А ну давай. Протри камеру. Давай за последний раз. Ну поставим на все. И соседи не спят. Под нами внизу. Свет. Подсветку сделаю. Не-не-не, не трогай. Давай мы достанем сухой. Неси обратно. Мне ж тяжело нести. Дело было ночью. Мы ехали. Это юность моя. Это юность моя. Молодцы. О! Танцоры ушли, все, блин. Доброе утро, новый день, воскресенье. Мы уже приехали почти. 3 часа нам осталось. На часах 8 часов. По идее, к 11 будем. На сынях. Да, на сынях. Доброе утро. Проснулись будянские? Я на разведку схожу. На разведку нужно сходить. Сейчас скажут, я не проснулась. Доброе утро. Ревизор всегда идет неожиданно. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
А как ты залез? А, ты на приборе, утро, доброе не бывает, да? Добрейся. Дайте рупор ей. А ну скажи, дайте святую, микрофон, свят, дайте микрофон. Святую речь скажи. Как вот работает эта штука? Спасибо, раз, один, отлично. Дорогие друзья, всем доброе утро. Выходим на зарядку. Горячительные напитки, да, делаем это быстрее, потому что до начала зарядки осталось ровно 10 секунд. Начинаем обратный отсчет. 10, 9, 8. А что сидим? Почему не в спартаках? 6, 5, 4, 3, 2. Сейчас будет ТикТок. От детей, да. И гусы от Валеры Ивашова. Танцуем, танцуем на стиле, на расслабоне. Ждем, пока все выйдем. Соберемся и сядем в саночку. Креативный у вас организатор. Встречаем. Танцуем. Виртуальное море. Давай я сниму, как ты снимаешь. Давай, как я снимаю. Ты снимаешь, да? Клипчик сейчас снимем. Меня смотри, сколько просмотров. Мы поехали. Там 8 градусов, а то и тепло было, не так страшно.
Крючочек и красный. Шрифт, короче, типа бесточка. Я возьму.